Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь на ВДНХ. Сегодня мы катаем стрит, наконец-таки. Погода отличная. Я еду в шортах вообще. Вот, сейчас тут на космосе. Это какой-то спот, короче, я не был там ни разу. Вот, но я знаю, что там катают. Там Сережа с Максимом. И вроде как еще Леха должен приехать. Сори, пацаны, что видеоблогов не было. Я не знаю, у меня какой-то то ли депрессион. Ну, я просто, короче, не знаю, что снимать. Возможно, какое-то выгорание или как это называется, я не знаю. Вот, поэтому, если что-то хотите от меня видеть, напишите в комментариях, я постараюсь ваши идеи сделать. Вот. Вот, парни, смотрите. Это Москва. Я снял. Здоров. Ебать, забился. Здорово, Максим. Не могу, я уже, блядь, 20 попыток подряд. Ан, какие у тебя новые татуировки есть? Вот это еще. Это как у Кайнджел, да? Знаешь, что ВДНХ закрыт? Почему? Там какой-то фестиваль в России. Там машины с автоматом стоят. И нельзя кататься на самокат. Кайф. Я сегодня стрит, парни. Мы жестко нагасили уже, на самом деле, уже встал. Давай так пригасили. Давай в гейм на видео до трех. Ну все, давай, кто гадает? Ты готов? Да, похуй, давай. Давайте. Раз. Не, я знаю. Это хайповая тема. Да, да, ты. Ну как, мы жестко гасим. Ну не, хорошо. Че, одна попытка, одна экстра. И на последнюю одна. Да, базар. Быстро геймовку давай. Давай, я не сделал. Ты сделал тупой. Ты сделал. Гадайте. Ты не сделал? Да делайте. Ты че, блядь? Пиздец. Yes. А, нормально. Да. Фронтбордовый хюрикейн на крюк. На крюк. Он фронт 50, что ли? Считается. Я не понял, что ты сделал. Любой школьник это говно делает. Да еб. Да не, все, хуй. Больше не играем? Не, больше не делал ничего. Мы что-то поверили, что мы можем, но... Давайте план 2. Бля, давай. Не, хороший стритерский трюк, нормально. Да. Гранька не скользит. Я сейчас попробую повторить то, что я гадал просто. А я лейм. Друзья, что? Мне очень стыдно. Давай. Очень богатые скейтеры катались за нас. Да? А что делаешь? Он выбирает хюрикейн на бэклип, либо... Хюрик бэклип. Ладно. Что, хайповый его снять или как лоха? Как лоха. Покажи ему стиль. Здорово. Это стритерские будни. Ладно, можно для этого? Для видео? Ну, у вас... Я по сосну. У вас буквы. У тебя одна? Да, у меня первая. Шкурка не цепляет, друзья. Оу, ее. Надо букву вам поставить. У меня уже первая. Ну, вы сделаете. Давай, давай. Хилка. Блядь. Привет. Сори, что приходится им такие трюки гадать. Я такое не особо люблю. Я вот с Сергеем без Антона поиграл. Сергей какую-то чушь делает именно сумасшедший. Прикинь, у него букинбарк какой-то. Прикольная футболка, куда купил. Кстати, да, футболки у Сергея, до свидания. Вот такие вот. Покупайте. Будете вот так выглядеть. Покупайте. Так. Ёп. В меня самокат улет сделал. Реально? Сорян. Серго, да? Серджи. Серджи гадает. Эх ты, сука. Все, загаси нас уже, братишка. Я хочу что-нибудь крутое сделать, а не какое-нибудь говно лохо. Подожди, а сколько? У меня одна, у него сколько? У меня две. А, все. Ну давайте, парни. Я хочу попробовать Хьюрик бэклип треху, но я не уверен, получится. Это... Мне Сережа загадал что-нибудь.
Ах! Не надо. Но сложно. Front 50, hard 3. Давай. Попробуй. Блять! Не, ну если Kill Rewind Flight умеешь, то считается профессионалом. А ты сделаешь? Не, вряд ли. Ну не, может, сейчас попробую, после Сергея. Красиво думаешь. Ну давайте вам покажу так. Охуеть. Ну что ты такая гнида, а, блядь? Соединение базовых трюков в один. Это база. Продул. Ну, хоть... А стоп, ты вылетел? Да. Вот так вот на фронтбор. С меня все слетело. Здорово. Да, я испугался. Давай VIP на фронт 50 на трех. Ебать, давай. Что, катнем немножечко, пацаны? Есть такая тема. Однорукое катание. Главное, телефон его не разбить. Сейчас. Тюнка, давай rail ride на 2 хила. Прикольно, я тебя с пяток снял. Считаю. Бля. Крутые профессионалы. Мафиозники весь воск содрали. Ё-ма. Выебил же меня. Дэри, fuck me, Дэри. Я сейчас уеду, короче, от них, я думаю. Я причина уже не могу. Так даже круче. Эх. Ну ладно, это была хорошая игра. Че у нас нового, Сергей? Кичок. Вот футболки сделали. Потом Сережу в армию забирают еще, кстати. А, да. Мне нельзя ездить на метро. Да поэтому чё нельзя, мы... еще не факт, что нельзя. Но есть мазы, что Серёжа в уголовном розыске. А, еще видео Onyx Лёха смонтировал. Вот. Когда премьера у нас? 8 числа. Ну, пока это... Ну, возможно. Но следите тогда за телеграм-каналом. Не, 8 числа точно, но освобождайте день. Да, подпишитесь на него и на него, чтобы знать, когда премьера. Вход бесплатный будет. Вот. Поэтому приходите посмотреть, на что Лёха полгода монтировал. Да и ёпт. Короче, подписывайтесь на телеграм-канал, там все свежее и актуальное, туда выкладываю. Вот ссылка тут. Бля, шапку-то нахуя? Бля! Подожди, намочил. Чуваки, вспотел. После потной катки. Блядь, я тебе... Блядь. Да помой голову нормально. Блядь. Сейчас, вставайте. Тут горшок купался со Степой Гришиным. 3 года назад у меня видеоблог даже был отсюда. Бля. Хорошее время было. Уважаемый, я так, наверное, не сделал. Семен, как из Гришина. Блядь, нахуя. Сможешь проехаться вот тут, Сереж? Где, там? Да, да. Ну как? Блядь. Ну, блядь. Надо еще намочить. Хорошие грибцы не снимаются. Это солнышко тебе. Да, такое это в кармане. Все, теперь слушай самокат. И шапка, блин, бедолажья. Ждем Лёв. Я буду таким образом. Среди. Крутые татушки. Спасибо. Когда видео, блядь, заебал? 8 числа премьера, приходите все. О. Будет концерт. О. Гоза. Группа Гоза. Гоза. Во. Сколько монтировал? Долго. Перформанс от Сережи и Егора. Все ожидаем напиться пива и вас напить пиво. Число?
Бля, Сереж, тебе тут надо одеваться, реально. Бля, жесткое место. Тут и Лев Айзулин надо что-нибудь. Магнит. Блять, сколько всего ёбнуться. Ёбнуться, чувак. What the fuck? Ладно, Лёх, выбери одну любую вещь. Ну, это шиша хочет. Ну, это шиша, наверное. Охренеть, магаз огромный, дёк. Это не реклама, если что, это просто мы, блядь, зашли. Заходите в магаз. Иди нахуй. Ну, я люблю рок. Рок-н-ролл. Блядь. Рок-н-ролл. Тут тоже карточка одевается. Хороший батист. Триггерикс. Ну, точтим, короче, все. Пистом, блядь. Ладно, надеюсь, я сейчас упаду лицом в песок. Я сделал трюк на камеру классный. Вот. Но не здесь. Но смотрите, что мы нашли. Это какой-то корабль, блядь, просто старый. Тут бассейн есть. What the fuck вообще? Надеюсь, кто-нибудь спот спиздит вот этот вот. А пойдем покажем. Вот если смельчаки у вас смотрят влоги, давай, у тебя, пошли, пойдем посмотрим. Кое-что посмотрим. Соответственно, если вы снимаете на ваше Panasonic HMC, ага. Можно приехать сюда, забираете, ставите вот здесь, охуеваете и понимаете то, что можно сюда утягануть, короче, в трансфер. Вот. Ну вот, вообще, разгон, очень красивая арка такая, вы из нее на ходах вылетаете и туда нахуй. Степан Гришин, здорово. Бля, ну как будто бы, типа, ну это возможно, ну реально. Но это пиздец, ну это очень красиво будет. Просто смотрите сейчас. Просто вау. Ну если из видеоблога никто не сделает, то ты делай. Сейчас Максим трюк сделает, и мы дальше газу. Я бы засал так. Я тоже. Мы нашли квотер в стриту. Все, четко, поехали. Вот для паркеров флэер тут делайте, вот адрес. Вот флэер делайте, реально квотер. А мы дальше снимать. Го покатаем реально тут. Я сгилип. Твои подписчики. Я реально, я почему-то видел, что ты именно проваливаешься туда. Меня заспавнило. Заспавнило? Прыгает по гаражам, блять, в лук. Блять! Да что тут снять-то можно? Говно. Я бы вот туда проник, блять. Дропёрл? Блять, чувак. У нас кирок нет с тобой, блять. Вокруг дома закрывать, но прыгает. С нами Денчик. А ты влог, да, сегодня? Не, это я беру вот так вот. Голова щуки. Не, мне кажется, она вот. Блять! Блять! Воткнулся, езжи. Поехали. О, тут смотри, что написано. То, что нужно. То, что надо написано? Свет. Я буду знать 4. Фанат. Трюк собачьего дерьма, знаете, такой. Максим на споте сказал, сейчас загасит. Стританул прям. Ну прям еще как нужно. А если. Это говно, блядь. Здравствуйте. Как у вас дела? Можно спросить? Балдёж. Сюда. Это нам. Держи, братишка. Фу, бля, мясом пахнет. А смотрите, парни. Пахнет тут, конечно, ебано. Да мы едем. А, блядь. Не форсануло. Мы приехали в скейт-парк. А смысл, он закрыт? Это что за хуйня?
Не, а что за бред, блядь? Старый был закрыт, этот тоже закрыт. А можешь подойти и спросить? Хуй, ебан. И вот там вот еще, смотрите. А как вам пончики? Охуенно. Те самые. Ну, на самом деле, флот неплохой. Леп, этот подписчикам, которые не с Москвы, вот посмотрите. Мы живем в Дубае просто. Да. Ребят, каждому ладно. Характеристику. Да, каждому. Вот тут Максим Гравский, нормальный пацан. Сережа Гравский, нормальный пацан. Денис Арский, Леша Супонин и Егор Черноусов, вообще охуенный. И главный наш гость Антон Зыков или Антон Жуков, главный работник месяца в Кашишоше. Короче, когда вы смотрите мои со мной... Друзья, можете со мной не фотографироваться, еще такая тема? Я не понимаю, вы не знаете даже, как меня зовут, но фотографируйтесь со мной. Почему тебе не нравится, когда с тобой фоткаются? Мне нравится, но если какой-нибудь, например, Артем вместе с нами, он спрашивает, ты знаешь, кто это? Они говорят, нет. И мне грустно. Да, я объясню, что Максим имеет в виду. Все, это конец влога. Они все сидят, сосут пиво. Я не сосу ничего. Я хуй сосу. Это не конец блога, будет еще много дней крутых. Завтра продолжение. Вся жизнь — это ваш блог, друзья. Не слушайте Антона никогда. Живите свою жизнь, не смотрите его блоги, не сидите в интернете. Гуляйте с друзьями, стройте игрушки из лего. Не, а я думал, мы пару дней поснимаем, что сегодня... Пару дней снимать влог? Ты снимал сегодня хуйню? Мало или нет? Да вроде нормально. Ну ладно. Ладно, тогда всем пока. Еще серия, еще одна будет скоро. Пока, ёпт. Давайте, ребята, не грустите и отдыхайте нормально. Вот, с нормальными пацанами, как Денис Арский. Охуенный чувачок. Все, давайте, всем пока.